Жители Актюбинской области называют своих детей именем первого президента страны. Только в этом году имя Нурсултан дали 20 малышам. По словам статистов, популярность этого имени не снижается. Этого молодого человека зовут Нурсултан. Работает на Актюбинском заводе ферросплавов. По образованию – металлург. Президентом стать не мечтает, но старается всячески соответствовать имени, данному дедам. Проявлять лидерские качества, принимать активное участие в общественных делах, быть опорой своей семьи. Имя мне дал дедушка. Наверное, хотел, чтобы внук, как и наш Елбасы, стал человеком с большой буквы. Но я хоть не руковожу государством, стараюсь быть лучшим в своей сфере. По стечению обстоятельств, как и наш первый президент, выучился на металлурга. На заводе тружусь 2,5 года. Впереди много работы. Сотни Нурсултанов родилось в стране на заре независимости. К примеру, с 90 по 92 годы имя Елбасы присвоили 116 актюбинцам. В этом году из 13 тысяч новорожденных имя первого президента получили 20 малышей. Если вот взять последние статистические отчеты, в 2015 году из 11 805 детей 25 детям было присвоено имя Нурсултан. В следующем году, в 2016, из 12 076 детей 24 детям было присвоено Нурсултан. Само это имя арабского происхождения появилось в начале 14 века. У него очень красивый и перевод, и очень красивое значение. Ученые тем временем призывают молодых пар относиться к выбору имени детей с большой ответственностью. Имя человека, говорят, определяет его характер, а значит и судьбу. Вот сейчас у нас очень много встречается имена Аблай, Алихан, Нурсултан. Они же неспроста называют своих детей, да? Они хотят, чтобы их дети тоже были знаменитыми, какие-то внесли вклад в развитие, да? Потом сейчас очень много встречается имена в связи с религией. Это тоже тяжело. И поэтому казахи, когда из Корана давали имена своим детям, они еще давали гражданское имя. Еще одним немаловажным моментом, отмечают специалисты, является и то, что имя ребенку должны присваивать люди старшего поколения, мудрые и глубокие, имеющие богатый жизненный опыт. Айсул Махмутова, Булат Молдагалиев, Актобе, Хабар 24.